Всем привет, с вами Pop Music, и сегодня мы испытываем дисторшн Ерасов HD10 серии SCS. Это классический дисторшн с трехполосным эквалайзером по характеру звучания, схожий с немецкими хайгейновыми усилителями. На лицевой панели все очень просто. Трехполосный эквалайзер, ручка громкости и ручка уровня гейна. На нижней стороне педали есть разъем для подключения телефона. С его помощью педаль может позвонить производителю и пожаловаться на лажающего гитариста. На самом деле это шутка, это разъем для подключения к педалборду от компании Ерасов. Педаль хорошо себя показала как для исполнения партий аккомпанемента, так и для сольных партий, благодаря хорошей читаемости и структуре перегруза, что делает ее подходящей для исполнения тяжелой музыки вплоть до экстремальных стилей. Давай, вроде тихо. Васенька. Поехали. Это классический... Классический дисторшн. Подписоту не уважает, давай. А? Подписоту не уважает и говорит так. Давай. Это классический дисторшн. Я перебил.